плохое, где медленно. И так далее. Или там, ну вот, вы же понимаете, ну, абсолютное спокойствие, нулевая преступность. Ну, нулевая, вот гражданская преступность нулевая, ну, имеется в виду бытовух, конечно, была она всегда и так далее, и так далее. Но так, чтобы по улицам ходить. Дети играли до 11 ночи, бегали и до 12, да, и кричали, где там кто, и никто не беспокоился. Поэтому много вещей, которые мы упустили, много вещей, которые были плохие. Но вот взять и так выкинуть, как Латынина говорит, все, мы это проходили, прошли, тьфу-тьфу, забудьте. Давайте теперь богатых людей делать еще более богатыми, а бедные пускай сосут. Сама соси. Иван Новопшин пишет. Эдик, привет, приятно познакомиться. И мне приятно. Эфир для Сибири и Дальнего Востока по времени не айс. Ну, все равно запись-то будет. Да и вообще, сами берите, вот будем делать, будем. Вот определенные вещи попробуем и все. Так, ну давайте еще, давайте все-таки определим с концом, а то, да, ребята скажут, что много всего. Я вот по очереди отвечаю на все вопросы, которые были заданы ранее постепенно, и они еще там 10 минут назад были заданы, но я постараюсь ответить на все, но в рамках давайте ограничимся полутора часами, давайте до пол 11 попробуем, да? Ну, так сильно не будем, ну, чтобы уж. Так. Андрей Кологорцев, что будет происходить с армией в России в ближайшие годы? Ну, вы видите, армия-то меняться должна. Вот, когда говорите, что будет происходить в ближайшие годы, ну, посмотрите фантастику, которую снимают в Голливуде, да? Все это описано. Вот как, ну так будет. Ну, во-первых, ну мы уже, это же общее место, да. Несколько лет назад они нам показывали беспилотники, и как это там все будет. Вот они есть. Ну, представьте себе, что вот сейчас, да, армейский офицер, летчик-ас, который сбил там, или там разрушил 120 заводов, там, я не знаю, пароходов, там, разбомбил всех врагов. Только он никогда из Вашингтона не выезжал. Он сидит у себя дома и джойстиком валит целые армии, да, клонов. Вот такой будет офицер. Это, кстати, хорошо описано у этого, у Пелевина в крайнем его произведении, которое называется, ой, забыл, как называется, ну, крайнее оно, там какое-то...
какой-то термин. Ладно, напишите, кто сможет. Вы говорите, не троните евреев, можете сказать то же самое о мусульманах. Рустам Рустамов. Погодите, вот сам вопрос интересен, да? Говорите, евреев и мусульман. Вы делите мир на евреев и мусульман? Почему не на иудеев и мусульман? И почему не на евреев и арабов, да? Почему одних по вере, а других по национальности, да? Я считаю, что трогать никого не стоит. Вообще, кто тебя не трогает, да? Я понимаю, что, так сказать, я не призываю к позиции там типа, пока меня не трогают, и все хорошо. Нет. Людям надо сначала сказать. Дела обстоят так, господа, евреи, мусульмане, арабы, ИГИЛ и так далее. Дела обстоят так. Оказалось, что вот эта вот вся вот необычная, а вот сейчас встретились, оказалось, что нас не так уж мало, и земля не такая уж большая. И вообще получается, что это такой наш общий дом, да? И поэтому теперь правила общежития вступают в действие, да? А вот какие правила мы разработаем, такие они и будут. Нам не надо специально кого-то там выводить за скобки, за рамки и говорить, вот этих вот быть не должно. Ну, почему не должно там этих или не этих быть и так далее? Тут много, много всяких вопросов возникает. Вопрос в том, чтобы евреи поняли, какие к ним претензии. Чтобы мусульмане поняли, какие к ним претензии. Чтобы иудеи поняли, какие к ним претензии. Чтобы русские поняли, какие к ним претензии. Понимаете? Чтобы люди понимали, что срать нельзя на лестничной клетке. Даже если ты привык это делать у себя там, в стране. Или наоборот, что процент брать с людей, это западло. Вы, конечно, на лестничных клетках не срете, и у вас биде кругом, даже и туалетной бумаги вам не надо. Я понимаю, господа. Но процент брать западло. Эдик, ты действительно веришь, что в 2017 году Путину можно будет скинуть? Ребят, вот здесь это важный вопрос, да? Ну, во-первых, почему-то 17-й год не, так сказать, не только слава, тут вокруг него пляшут многие. Дело же не в этом. Дело в том, что мы как раз и проектируем информационное оружие, то, что мы сейчас делаем, то, что мы делаем с вами. Задача не в том, что угадать, когда что произойдет. Задача в том, чтобы собрать нашу общую мысль, мысль материально, да, в одну точку ее сконцентрировать, свести ее в одну точку, туда, в это место. Чтобы это, вы понимаете, что вот эта цифра должна быть. Ну, как вам сказать? Вот я говорю, почитайте, когда...
спящий проснется, у Уэллса. Вот там все, вот понимаете, как, вот чтобы они от ужаса начали за полгода начали валить просто пачками, понимаете, валить. Вот в чем дело. Чтобы каждый раз, когда человека обижают, когда кого-то там это самое, там отняли деньги, ну, в смысле, эти на ремонт взяли, на капремонт, или еще, ну, какую-то несправедливость творится, нужно, чтобы человек знал дату, и чтобы он мог сказать это тому же менту, прокурору, судье там, который сажает его на 20 лет ни за что, да, условно говоря, чтобы он мог сказать: хорошо, ваша честь, мы подождем до 5.11.17. Мы готовы посидеть до 5.11.17. Мы готовы оплатить этот штраф и этот капремонт до 5.11.17. Чтобы судья сказал: а что же будет 5.11.17? А 5.11.17 каждый получит то, что заслужил. Начнется новая историческая эпоха. Вот чего мы добиваемся, чтобы было понятно. Что будет с крымскими чиновниками, прокурорами, Аксенов и так далее? Да ладно, да что вы, ну, посадите в пауков в банку, что с ними будет? Эдуард, какое ваше отношение к Андрею Кочергину и Дмитрию Демушкину? Заранее спасибо за ответ. Я не знаю, ребята симпатичные. Я же в националистическом движении, в русском тем более, не участвую. Я не знаю, как они, как мыслители или там как лидеры, как это самое. А так, вот как продюсер, я скажу, вот Демушкин прям я бы в кино снимал. Ну, жизнь, какой типаж, а? Какой типаж, а? Не узнаю вас в гриме. Марина Кашкарова пишет: прямой эфир недоступен, у меня назрело к вам много вопросов, обратной связи с вами практически нет. Например, почему вы не участвовали в выборах 13 сентября? Октября. А у нас тут негде в Саратове участвовать. У нас только городские выборы, на которые Слава, конечно, не пойдет, потому что, ну, что ему этот участок. Но мы участвовали, у нас ребята-то участвовали. Мы, на самом деле, у нас, как сказать, в нашей обойме здесь у нас нет раздрая между там этими самыми, кто там, гражданская платформа, там, Парнас и так далее. Здесь, в Саратове, все нормально с этим, да, условно. У нас еще яблоко пока отщепенцы, но тут все наши ребята. Поэтому ребята шли от Парнаса, наши ребята, да. Также набрали эти свои 3%. Ну, правда, мы тут сильно не упирались, нам надо было, ну, как бы сказать, прокол сделать и посмотреть, какие они будут, ну, мы